Всем привет. Сереж, привет. Здравствуйте. У нас есть 6 каверов. Так. Да, вот мы бы хотели тебе их включить, чтобы ты послушал, ну и что-то посоветовал исполнителям, может быть, проголосовать за тебя. Ну, это вне зависимости от того, что я скажу, пожалуйста, голосуйте. И вообще, я должен быть аккуратен сейчас в высказываниях, а то не буду голосовать. Смотри, первый кавер очень неожиданный, Walrus Wasteden, 2600 просмотров. Да. Не на русском. Ну, песня тоже не на русском. Вау. Вот об этом я. О, кстати, неожиданное такое решение. Это такая песня под гитару, чтобы у костра петь. Ну, хорош. Хорош. Странно, почему написано у него to the circus, в цирк. Ну, я... Сейчас вот меня как он вверх поет. Пошли. Да? О, молодец. Вытягивает. А, вниз пошел. Ну тут интересно. Интересный ход. Мне нравится. Молодец. Отлично, поехали дальше. Второй исполнитель Black Shannon. Так, несмотря на его английское имя, парень из России. Просто не по-русски. Подожди. Кавер достаточно свежий, всего 270 просмотров. Любительская. Ну, чтобы не уснул. Тут прям как-то прям западает. Если не цепляет, мы можем пропускать. Чуть больше надо эмоциональнее пить как-то. Ну, он вместе со мной поет, поэтому тут как-то... И вот многие вниз переходят, на октаву ниже, а я-то выше иду. Это в этом сложность песни, что она идет постоянно, забирается вверх. А многие как раз с середины уже не вытягивают и переходят на октаву ниже. Вот это... Не справился с задачей. Ну, не то, что не справился, но просто... Третий кавер... Тот дядечка как раз пошел наверх, и под меня вот эту... Вот тут тоже хорошо, смотри, Катя Фелиция, 2500 просмотров. Хороший голос. What will become of our world life? I swallow power, fall about, break and bleed, but you won't see, tears won't fall, price and tall, maybe they can be heard a theme, but tears aren't quite a theme. Только надо с текстом поаккуратнее, потому что английский страдает, и поэтому не... Учите языки. А поет хорошо девочка? Хороший кавер, но вот просто аккуратнее со словами, потому что он произносит не те слова. Четвертый кавер семейный. Катя Квант. 2300 просмотров. Так. С папой. С папой. Ну или дедушка, тут не угадаем. Это русский текст какой-то она придумала. Да, это кавер на русском. Ну, это своя мелодия тут у нее. Ну, я потом послушаю отдельный текст. Мне интересно, послушать, какой текст она поет. Потому что русской версии у меня пока нет. Вдруг есть еще один вариант. Вдруг ее версия станет. Вот пятая версия. Russian Records. Писали, судя по всему, где-то в школе. Адаптация. Видишь ты слез. Такой был. Что же ты делаешь? Не хватает еще белого цвета, я бы почти флаг наш. Только это оранжевый. Ой. Не увидишь, как разбить. Он как-то исполняет как гимн, да? Ну, классическая школа вокала такая, ну, как бы, позиция.
очень пьяный, так по-пионерски. Побед. Вот марш такой. Слушай, вот. Ну тоже вот тут текст, спасибо. Вот. Ну вытягивает. Ну, группа Ария чуть-чуть. Слез крик, кстати, хороший слез крик. Хорошая идея для русского варианта. Молодец. Последняя версия, 6-й кавер, Алексей Ксенон. Это прям совсем неожиданно, это рок-версия. И достаточно хорошо. Ну, мы так послушали. Мне кажется, я его слышу. Да, очень крутой. Ты видел, да? Очень, да, они очень крутые, молодцы, сделали круто, мне очень нравится. Я видел, слышал и оценил, даже прокомментировал. Мне сейчас припев нравится, лучше. А что именно тебе нравится? Сам рок-версия? Здорово, когда кавер звучит как оригинальная, как сказать, как оригинальная композиция. То есть вот такая версия может тоже существовать. Вот, то есть это абсолютно законченная композиция. Самостоятельная? Да, самостоятельная, да. То есть если бы я ее услышал так, вот я бы тоже ее воспринимал как оригинальную песню. Это круто, молодцы. А, мне нравится. Это, пожалуй, победители. Вот эти победители и дядечка первый для меня. Он тоже сделал классную версию. Все, у нас два победителя. Но первые ребята все-таки. Рок. Рок-рок-версия. Поздравляю. Мы им отправим твою оценку, если ты не против. Да, пожалуйста. И они, ну, а другие не расстраивайтесь, просто еще и работайте над собой, и все получится обязательно. Спасибо большое. Вам в любом случае песня очень сложная, и мало кто ее решает спеть, а вы молодцы, вы смелые. У кого-то лучше получилось, у кого-то хуже, но за то, что поэкспериментировали, за то, что не побоялись, вам респект и молодцы. Сереж, спасибо большое. Спасибо. Тебе удачи в выступлении. Будем голосовать. Номер 13.